Первого президента Республики Казахстан продолжается фондовая выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Казахское ханство. Великие образы Великой степи». Экспозиция впервые представляет собрание сразу нескольких музейных коллекций по истории и культурному наследию традиционного казахского общества. Широкую живописную панораму истории ханства воссоздают произведения известных казахстанских художников, скульпторов, ювелиров и реконструкторов. Подробное изучение истории казахского ханства и его наследия стало возможным с обретением Казахстаном государственной независимости. Атмосфера купольного зала музея, где развернута экспозиция, пропитана духом свободы, единства народа Казахстана и преемственности его идеалов. Выставка продлится до 28 сентября. Музей казахских народных музыкальных инструментов приглашает всех на выставку картин «Жизнь прекрасна» художника Владимира Репетиева. Он – мастер пейзажной живописи, его любимая пора – осень. Нередко в своих работах автор обращается к красоте, окружающей нас природы, вдохновляя зрителей любить этот удивительный мир. Атырауский областной музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства приглашает жителей и гостей города. В 8 его залах расположены работы хорошо известных в республике живописцев. Среди них выделяются картины члена Союза художников СССР Абдрашита Садыханова, родившегося на Атырауской земле. Особое место в храме культуры занимают работы молодых местных художников Эльмиры Жумабаевой и Рафаэля Сликенова, обладателей гран-при и первого места международного фестиваля «Шабыт». Немало в музее работ прикладников – нашлось место и творением юных натуралистов. В 2001 году была открыта детская студия, и теперь работы юных дарований могут лицезреть многочисленные посетители музея. Добро пожаловать в удивительный мир алматинского цирка! Вас ждет новая программа, посвященная 45-летию казахского государственного цирка под названием «13 чудес и любопытные животные». Встречайте лучших артистов России, Испании и Кубы. Только у нас любопытные крокодилы, вараны и змеи, экзотические страусы и павлины, обаятельные пони и козы, дрессированные верблюды и лошади и еще много-много чудесных сюрпризов, интересных открытий. Это увлекательное красочное шоу, в котором каждый номер представляет отдельный жанр циркового искусства. Гости и жители Алматы. Ждем вас в гости на наше представление, посвященное 45-летию казахского цирка. Вас ждет красочное представление, разнообразные животные, ну и, конечно же, опять возможность опять поверить в чудо. Ждем вас. Дорогие астанинцы и гости столицы, Государственный музей золота и драгоценных металлов приглашает вас. Экспозиция музея представлена предметами ювелирного искусства Казахстана, начиная с эпохи ранних кочевников. Все экспонаты находятся в двух залах – зал золота и зал серебра, где выставлены предметы, относящиеся к 18-20 векам. Главным сокровищем золотого зала является знаменитый комплекс «Золотой человек», который был найден во время раскопок кургана Иссык в Алматинской области. Находка датируется 5-4 веками до нашей эры. Помимо этого, здесь было обнаружено более 4000 золотых изделий. Фонды музея насчитывают 7000 экспонатов и располагаются в специальных хранилищах. Все они разделены по видам – нумизматика, ювелирные украшения, археология и предметы быта. В Национальном музее Республики Казахстан продолжается выставка «Post Total». Это часть масштабного проекта независимой Кыргызской республики. Здесь представлены более 100 произведений, созданных 42 художниками за последние 15 лет. Это живопись, графика, скульптура, видеоарт, фотографии, инсталляции и перформансы.